В Воронежской области расселение аварийного жилого фонда ведется в рамках адресной программы обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на 2019-2022 годы. Переселиться из непригодных для нормальной жизни домов должны 3456 человек. Большая часть из них уже переехала в новые квартиры. До конца года новое жилье получат еще 1330 жителей региона. Уже введены в эксплуатацию 6 многоквартирных домов в Семилуках, Боброве, Поворино, Подгоринском и Новожеватинном. Губернатор Александр Гусев принял решение завершить расселение до 31 декабря 2022 года. А в департаменте ЖКХ и энергетики области уже заявили о начале нового проекта переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Валерий Бобкин, 41 канал.